Ну, я бы рекомендовала, неважно, христианка вы, не христианка, сегодня очень много различных мастер-классов, сегодня очень, вообще, сегодня стало актуальным изучать эту сферу, и есть такие курсы. Сходите на какой-то тренинг, сходите изучите, может быть, в интернете или купите себе тренинг в интернете. Сегодня очень много специалистов, акушеров, которые говорят о естественных родах, о том, как подготовиться к родам, о том, что происходит во время зачатия, во время беременности с женщиной. То есть я вам сейчас это не скажу на камеру, нет смысла, потому что это целая стихия, это некая сфера, которую, конечно же, лучше изучить. Потому что мы, по сути, своей невежды. Я наделала кучу ошибок просто потому, что я была невеждой. Это так же, как вот выглядеть хорошо, да? Быть в форме, там, выглядеть, по крайней мере, на свой возраст, не старше. Это тоже некие знания. Это как процветать экономически, это некие знания. Это как иметь счастливую семью, это некие знания. Просто эти люди знают то, чего не знаете вы. Идите, отучитесь на эту сферу, обучайтесь. А за обучение лучше всего платить. Каждое обучение, за которое вы платите, эта информация глубоко сядет в ваше сознание. Потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.